Включаю опять запись. Вот такая форма. Вот мой размер. Вот. Очень все хорошо. Вот. Цвета очень красивые такие. Вот. То есть можно нормально кататься в ней. Будет. Подождать хорошей погоды. И можно будет кататься. Сейчас я поближе сделаю. Вот. Вот видите. Здесь надпись Тинькофф. Саксо Банк. Здесь Тинькофф. Здесь Тинькофф. Саксо. Здесь Тинькофф. Разные эмблемы здесь есть. Это спонсоры, видать, еще тоже тут какие-то есть у них. Вот. Желтый цвет, это желтый цвет, естественно, цвет лидера, победителя. Вот. Велогонок. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? Вот. Если вам нравится команда Тинькофф Саксо Банк, вот, нравится вам предприниматель Тинькофф, вот, то можно смело брать эту футболку, комплект с шортами, шорты с лямками. Вот. Так что вот так. Я сам являюсь клиентом этого банка Тинькофф. Очень хороший банк. Это интернет-банк. Единственный в России интернет-банк. Вот. Вот. Он занимает очень высокие рейтинги, этот банк. Также команда очень хорошая, Тинькофф Саксо Банк. Она тоже очень часто побеждает. Там сильные спортсмены в этой команде. Вот. Вот. Сам Тинькофф, он тоже когда-то велоспортом занимался там. Создавал разные команды до Тинькофф Саксо Банка. У него были еще команды там. Вот. Тоже любит погонять на велике. Вот, Тинькофф. Так что вот так вот. Я думаю, нормальный чувак. Вот. Ну что тут еще можно сказать? Вот. Теперь буду ждать хорошей погоды, чтобы погонять в этой велоформе на велике. Итак, повторяю, что я заказал на сайте aliexpress.com, сделал заказ свой. Вот. Велоформа приходит очень быстро, буквально меньше, чем за месяц пришла. Вот. Можно отследить по трекингу через интернет-сайт Почты России. Вот. Ну и все, что тут еще сказать. Вот. Форма абсолютно новая. Все сшито очень качественно. Здесь швы такие. Вот. Ничего не болтается, никаких этих ниток. Все нормально. Вот. Я думаю, будет замечательно все. Просто. Вот. Ну, на aliexpress.com там много разных велоформ. Там. Можно выбрать любую, какая вам нравится. Там. Такую, какую команду вы хотите, еще что-то там. Да. Вот. Так что вот так вот. Делайте покупки на aliexpress.com. Все, всем спасибо, до новых встреч.